Дякую, Олександре. Поруч зі мною головний тренер Донецького Олімпіка Роман Санжар. Пане Романе, цю нічию можна назвати для вас, ну, чимось більшим, якось, як навіть перемогою, наче? Ну, я скажу так, ми настраивали ребят на хорошую игру. Мы хотели очень сильно забрать, естественно, очки. Вот. Но помимо того, что забрать хотели очки, мы хотели показать хорошую содержательную игру. И если говорить о обороне, то ребята все сегодня выложились на все 100. И защита, и полузащита, и атакующая, нападающие. То есть все отработали. Но то, что касается, допустим, атакующих наших действий, у нас не получилось. Выполняли большой объем работы в обороне и в атакующих действиях выглядели очень-очень скромно. Да, нам очень приятно, что мы заработали эти очки. Они нужны нам для уверенности, тем более все-таки команда «Динамо» – лидер нашего чемпионата. Поэтому, естественно, мы рады. И для нас на сегодняшний день это ничья, можно и так сказать, что-то больше. Чи можна сказати, що от головні дві риси вашої гри сьогодні, вашої команди, це обережність і відчайдушність? Ну, от, там і в підкати стелилися, і захищалися, як могли? Ну, звісно, ми, коли думали і вистраювали план на цю гру, ми розуміли, що на сьогоднішній день ми уступаємо команді «Динамо» в майстерстві, але компенсувати майстерство ми могли тільки огромним желанням, самооддачей, дисциплінованими діями в обороні. Вот. И на этом фоне мы хотели показать командные действия в атаке, какие-то индивидуальные действия, но, к сожалению, они у нас не получились. Но ничего страшного, как бы заработали результат, будем работать, и в последующих противостояниях ми постараємося зіграти більш созидательно. Дуже вам дякую, пане Романе. Це був Роман Санжар, головний тренер Донецького Олімпіка.